При всем уважении к местным фирмам, капремонт дорог они, как правило, производят не очень качественно и очень долго, по той простой причине, что не обладают современной техникой. На онлайн-планерке в среду мэр Бельц Рената Усатый заявил, что молдавские компании могут в дальнейшем производить в городе ямочный ремонт. Однако для капитального следует привлекать иностранцев, у которых есть современный технический потенциал. Соответствующим образом должны быть изменены и условия конкурсов на проведение капитального ремонта. Чтобы дорога была качественной, ее необходимо ремонтировать при помощи хорошей техники. Я хочу понять также, как мы будем ремонтировать дороги в 2017 году. Я жду весну вместе со всем городом для того, чтобы уже закончить эту историю с Карачубаном, понимаете? Потому что я так понимаю, что как потеплеет, мы сразу приступаем к работам и быстро их завершаем, да? Да. Мы случайно вот. И плюс, я хочу, чтобы вы провели встречу. Вот есть компания итальянская, которая ремонтирует дорогу Бельцы-Скуляно, да? Значит, встретитесь с ними, ребят, я смотрю, в каком состоянии. У нас, значит, скажем так, компания «Магистралы» – это единственная компания «Бельцы», которая владеет более-менее приличным оборудованием, да, для ремонта дорог. Так или нет? Да. Ну, такая же, как у нас компания, она не намного там лучше. Не, у них техника лучше, чем та, что у вас есть, правильно? Но безусловно могу сказать, что ни магистрала, ни мы не умеем ремонтировать дороги, не надо больше этой порнографией заниматься. Давайте мы будем заниматься ямочным ремонтом и тем, что умеем, потому что то, что сделали дорогу на 8-й квартал и в каком состоянии она находится. Кстати, у нас согласно договору, мы же тогда принимали эту дорогу, значит, там гарантия, по-моему, была 5 лет. 5 лет. Не хотите сделать инспекцию, посмотреть, в каком состоянии она сегодня, через год, с небольшим, как мы ее приняли? Вы видите, вопросов очень много. Ребят, вот у этих итальянцев, если они делают магистрали, у них должна быть серьезная техника. И давайте в тех условиях, значит, когда формируются условия для конкурса, значит, давайте будем учитывать определенные моменты, потому что сегодня все, кто угодно, может выиграть конкурс. Я посмотрел, чем закончился конкурс с контейнерами. Выигрывает компания, которая никогда в жизни их ни разу не поставляла. Они фантазеры прочитали, выиграли, потом сказали, мы не можем реализовать, понимаете? Поэтому то же самое по ремонту дорог. Пока я не увижу технический потенциал этой компании, понимаете? Никто больше не будет выигрывать, потому что выигрывает компания, чуть-чуть ДРСО, чуть-чуть магистрала. В городе миллион разговоров на эту тему. Есть у нас сегодня возможность заниматься ямочным ремонтом. И не так, чтобы люди ждали по 3 месяца, пока решится проблема той или иной ямы в городе. Вот аварийные участки ДРСУ будут заниматься, Сергей Владимирович. Капитальный ремонт, значит, нужно привлекать. Я говорил, есть какая-то турецкая компания в Страшенах, они неплохо работают, понимаете? Но еще раз, основные магистрали в городе будут делать компании, у которого есть техника, понимаете? У нас нет компании Бельцев, которая могла бы делать такие объекты, как Аля Ехлор. Вернее, делать как-то могут, но не так, как надо, согласно всех технологий. Поэтому, Игорь Ильич, встретитесь с этими итальянцами, возьмите их буклеты, посмотрите, какая техника. Но так как у них, они строят магистраль, я уверен, что технический потенциал у них должен быть серьезный. И мы должны ставить такие условия, чтобы всякие вот эти сериале районные, которые пытаются где-то оторвать кусок на тендере, чтобы им дорога была закрыта. Потому что чем больше будут условий, реальных условий, не выдуманных, тем сложнее будет пролезать тем, кому не надо.